Скидка на полеты между Томском и Стрежевым в этом году будет доступна 10 тысячам пассажиров. Данные стали известны спустя почти месяц после того, как областные власти приняли решение о льготах. Субсидия из бюджета компенсирует часть стоимости билетов для пенсионеров и молодежи. Подробнее в материале моих коллег. Лариса Бурученко – пенсионерка из Стрежевого. Раньше о льготах на авиабилеты до Томска только слышала. И вот сейчас решила воспользоваться. Мне сказали, что не только для жителей Томской области, но и для всех пенсионеров России, так скажем. Эта льгота есть, и билет будет стоить 5 385 рублей. Раньше студенты и пенсионеры добирались на самолете, например, до Томска почти за 10 тысяч рублей. В один конец. В целях экономии приходилось сначала лететь до Новосибирска, а потом на автобусе до Томска. Многие пользовались речным и железнодорожным транспортом. Теперь популярными стали именно авиаперелеты. 5 тысяч, я считаю, это вполне нормальный тариф. Вот поэтому я думаю, что для жителей вот Томской области это хороший подарок. Я сам из Омска, у нас таких вещей, к сожалению, нет. Решение о субсидировании билетов на рейсы Стрежевой, Томск и обратно областная власть приняла почти месяц назад. Воспользоваться льготными перелетами могут пассажиры с 12 до 23 лет и пенсионеры. Для приобретения билета требуется только документ, удостоверяющий личность, который подтверждает возраст пассажира. Мы делаем ксерокопии для отчета перед авиакомпанией. По этим тарифам предоставляется право перевести до 10 килограмм. Бесплатного багажа плюс ручная кладь 5 килограмм. Прямые рейсы из Томска в Стрежевой и обратно ежедневно выполняет авиакомпания «Турухан». Там заявляют, что договор о субсидировании билетов подписан до конца 2017 года. За это время воспользоваться льготными авиаперелетами смогут более 10 тысяч человек. Наталья Курносова, Яна Подцепкина, Сергей Лебедев, Вести Томск.